рубрике «Израиль в вопросах и ответах» тема «Важность толкования Библии». В студии ТБН «Россия в Иерусалиме» пасторы Дмитрий и Яна Ледневы. Шалом. Шалом. Яна, насколько сегодня вообще необходимо толковать Библию? Не просто ли нужно ее читать и исполнять то, что там написано? Мы в любом случае ее толкуем. Вопрос, на каком уровне мы это делаем и правильно ли мы толкуем то, что мы прочитали. Потому что если мы прочитали, и мы начинаем исполнять то, что мы прочитали, если мы неправильно поняли, то мы неправильно исполняем. Поэтому вопрос о толковании, он однозначен. Мы все это делаем ежедневно, когда мы читаем Библию. Мы толкуем Библию через призму своей культуры, своего образования, социального положения, местности, в которой мы живем. То есть все это влияет на восприятие того, что мы читаем. Поэтому очень важно найти в Библии истины, которые хотел донести именно автор, не внося свое. Герменевтика является фундаментом в нашей жизни, нашей христианской жизни. Если у нас неправильное толкование Библии, мы неправильно живем, мы неправильно понимаем Бога, мы неправильно доносим весть о Боге и о спасении другим людям. То есть это является фундаментом, поэтому оставить это, отложить и сказать, я просто буду читать Библию, и даже если я что-то не понимаю, ничего страшного, это немножко безответственный подход к самому важному в нашей жизни. Хорошо, Яна, тогда возникает такой вопрос. Разве в нашей жизни недостаточно Духа Святого, который и правильно толкует все Писание? Когда Иисус говорил о Духе Святом, Он сказал, что Дух Святой, когда придет, напомнит вам все, что Я вам говорил. То есть Дух Святой берет Писание и помогает нам его раскрыть. Толкует ее. Да, то есть Дух, истолкование Писания – это дар Духа Святого. Также мы видим много примеров в Библии, что авторы Библии занимались толкованием Писания. В книге Неемия, 8 глава, 8 стих написано: «И читали из закона Божьего, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». То есть мы здесь видим, что левиты читали Писание, и к ним прилагалось также толкование. И тогда только народ начал понимать это Писание. То есть, получается, для правильного понимания Писания нужны люди, которые знают экзегетику и при этом наполнены Духом Святым. Конечно. Также Иисус толковал Писание. В Луки 24 главе 25 стиха мы читаем. «Тогда Он сказал им, о несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Ну, в принципе, по всему Писанию мы видим, что Иисус говорит, истолковывает Ветхий Завет, да, и говорит вот пророчество, которое сейчас истолковывает и объясняет на сегодняшнее время. Также мы видим в книге «Деяния апостолов» встречу Филиппа с евнухом эфиоплянином. Это 8 глава «Деяния апостолов», 29 стиха почитаем. «Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает из пророка Исаия, сказал, разумеешь ли ты, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И просил Филиппа взойти и сесть с ним». То есть получается, что люди, даже читая, они не могут разуметь, если не будет рядом того, кто может истолковать им. Аминь. Это так, то есть мы должны, Дух Святой открывает нам Слово Божье, и Филипп был помазанным человеком, был вдохновлен Духом Святым для того, чтобы истолковать Писание, и при том 53 главу Исаии. Очень важно отметить то, что есть опасность, когда мы слушаем только толкователей и сами не читаем оригинал. То есть это может нас привести к принципу испорченного телефона, да, то есть кто-то неправильно прочитал, неправильно истолковал, неправильно нам передал, и мы понесли это дальше. И есть очень хороший пример этому в Библии, когда апостолы пришли в один город, в синагогу иудейскую, и местные жители, они тщательно приняли слово, но при этом они тщательно проверяли, так ли действительно написано, о чем говорят апостолы. Эта история написана в «Деяниях апостолов», 17 главе, с 11 стиха.
Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. То есть насколько важно иметь общение, слушать слово лидеров, пасторов, но при этом самому разбирать Писание. Конечно. Мы избежим принципа испорченного телефона тем самым. То есть если вдруг мы все люди, и пастора тоже ошибаются, мы как пастора тоже можем ошибаться в истолковывая Писание. Поэтому очень важно, чтобы тот, кто слушает в зале своего пастора, по телевизору нас, вы можете взять Библию и начать проверять, правильно ли вы мы говорим, действительно ли там написано то, что вы слышите от нас. Дмитрий, Библию называют богодухновенной книгой. И может ли человек, который вот просто решил истолковывать, вот взять и истолковать ее? Ну, в принципе, может, но правильно он истолковывает или нет, это большой вопрос. Потому что Библия действительно является богодухновенной книгой, и тот, кто ее толкует, он действительно должен быть рожденный свыше человек. Почему рожденный свыше человек? Потому что кто может объяснить о рождении свыше, если только тот человек, который рожденный свыше человек? Также важны качества вера, посвящение, молитва и смирение для того, чтобы правильно толковать Библию. Я думаю, что все это говорит о том, что человек вначале должен исследовать свое сердце, свои отношения с Богом, а потом уже начинать истолковывать Библию. Пребывайте в Боге, исследуйте Писание, вникайте в себя и в учение. Так поступая, себя спасете и слушающих вас. Благословения вам с Иерусалима.